Мы сегодня стоим на пороге очень таких судьбоносных событий и изменений в плане определения будущего развития нашей страны. И, конечно же, вот начало вот этих обсуждений по выработке долгосрочной модели развития Кыргызстана до 40-го года, они очень важны сейчас. И, наверное, это впервые, да, вот мы в своей истории вырабатываем такую долгосрочную стратегию, видение развития вот почти на 25-летний такой период. Да. И хотелось бы здесь, конечно, отметить, что вот у нас первый опыт реализации как бы стратегии устойчивого развития вот на 5-летний период показала определенные наши возможности, недостатки в этом плане планировать и видеть развитие страны. И, конечно же, здесь необходимо отметить, что вот эти изменения также очень гармонично совпали с глобальной повесткой в целом, да, в мире. И у нас, как вы знаете, в рамках повестки 2030, это те страны, которые под эгидой ООН, сейчас как бы приняли резолюцию, декларацию о том, что будут реализованы цели устойчивого развития. И вот Кыргызстан также, наряду с другими странами, в сентябре 2015 года мы на историческом саммите, 70-м саммите ООН, поддержали принятие этих 17 целей устойчивого развития. И на сегодняшний день эта работа практически началась тоже в Кыргызстане.